Съемочная группа БН вновь отправилась осматривать новостройки Выборгского района. На этот раз мы выбрали три объекта в микрорайоне Шувалово-Озерки. В принципе, это место очень популярно среди покупателей жилья, да? И то, что там ведется и в последние 10 лет велось очень активное строительство, как комфорт-класса, так и элитного класса жилья. Вот сейчас эконом в последние годы появился там перед кризисом и после кризиса. Вот. И это жилье раскупается, в общем-то, практически полностью. И никаких проблем с реализацией никогда у застройщиков не возникало. Потому что район очень модный. А это практически там один из самых дорогих спальных районов города. Насыщенная инфраструктура и удобная транспортная доступность, несмотря на пробки, конечно, но по сравнению там, с тем же самым Приморским, все-таки транспортная доступность гораздо больше. Наш первый объект – многофункциональный комплекс ЕС на улице Хошимина, 14, литера А. Комплекс состоит из двух жилых 20-этажных корпусов и апарт-отеля высотой в 16 этажей. Проект реализует группа компаний «Пионер». Например, комплекс ЕС, он, конечно, очень удачно располагается. Он располагается рядом с метро. Метро все-таки у нас не так уж и много в этом районе, да, Озерки Просвещения. И они довольно далеко друг от друга отстоят. И этот комплекс, конечно, очень удачное пятно, прямо непосредственно рядом с метро. Квартиры поступили в продажу в марте 2011 года. Завершить объект и сдать его в эксплуатацию планируют до конца следующего года. Тогда же заканчивается разрешение на строительство. Судя по нынешней ситуации на стройплощадке, комплекс будет сдан в срок. Сейчас строительство жилого комплекса со стороны проспекта Просвещения ведется на уровне последнего 20 этажа. В жилом корпусе со стороны улицы Хошимина заканчивается монтаж конструкции 17-19 этажа. В составе МФК запроектирован торгово-развлекательный комплекс, несколько магазинов и ресторанов, оздоровительный центр с бассейном и закрытый паркинг на 435 машиномест. Продажи ведутся путем заключения договора долевого участия в соответствии с 214 федеральным законом. Следующий объект, который мы посетили, это жилой комплекс «Эквилибриум» на пересечении Суздальского проспекта и Выборгского шоссе от компании «Трест-36». Очень большой плюс – это, конечно, зеленая зона Шуваловского парка. Единственное, до нее не очень удобно добираться через железную дорогу. Вот. Но, тем не менее, это шикарный парк. Древний, с памятниками, с деревьями, с историей. Вот. А доступ, ну и отсутствие рядом метро, но тем не менее наличие общественного транспорта в очень большом количестве там все-таки есть. Квартиры в 25-этажном жилом комплексе появились в продаже летом прошлого года. Разрешения на строительство, выданные в июне прошлого года, действуют до 26 ноября 2012. Очевидно, что его придется продлевать, ведь работы планируется завершить во втором квартале следующего года. А сейчас идет монтаж 14 этажа. Кирпичная кладка полностью завершена до 6 этажа. Во время нашего объезда строители утепляли стены 6 и 7 этажей. С точки зрения транспортной доступности для автомобилистов, жилой комплекс находится в удачном месте. Рядом Выборгское шоссе, откуда можно быстро выехать на кольцевую. Впрочем, столь близкое соседство с крупными транспортными магистралями вряд ли сделает жизнь покупателей квартир в «Эквилибриуме» комфортной. К тому же в 100 метрах от жилого комплекса проходит железнодорожная ветка. За неполные полчаса, в течение которых мы были на объекте, по ней проехали два товарных состава. Продажи также ведутся в соответствии с 214 федеральным законом. В цену некоторых квартир также входит и место в паркинге. Наш последний объект – жилой комплекс на проспекте Луначарского, дом 40, который реализует группа компаний «ЦДС». Ну, в общем-то, это уплотнительная застройка, вполне соответствующая окружению, да. Вот. И будет пользоваться популярностью и продастся рядом с метро в хорошем, развитом районе. Жилой комплекс будет представлять собой одноподъездный дом высотой в 15 этажей. Здание обещают ввести в эксплуатацию до конца 2013 года, при том, что разрешение действует до 16 февраля 2014. Пока строительство находится на начальной стадии, на площадке вырыт котлован, ведется устройство свайного поля. На площадке мы обнаружили несколько рабочих и два экскаватора. В доме предлагают одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 36 до 96 квадратных метров. В цокольном этаже разместится паркинг. Квартиры застройщик реализует с помощью вступления в жилищно-строительный кооператив. Сегодня мы осмотрели три новостройки в Выборгском районе.
Район хорошо развит в плане социальной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, все три объекта находятся в непосредственной близости от Суздальских озер. Также рядом находится Шуваловский парк. Микрорайон Шувалово-Озерки считается одной из самых развитых территорий Петербурга. Благодаря этому квартиры здесь пользуются популярностью покупателей. По этой же причине найти здесь дешевое жилье вряд ли удастся. Екатерина Семченко, Андрей Любик и Дмитрий Маклаков. БНТВ.